Всем доброе утро. Слышите? Дождь поливает. Когда это бывает? Хожу вся в раздумьях. Ехать на работу, не ехать. Ну, собралась, думаю. Что дома сидеть? Вот. Это, наверное, так и надо. Сделала себе завтрак, бутербродик с мармеладом моим. И под стук с дождя. Да. Здесь в дождик вообще никто никуда не ходит. Потому что для них это супер большая катастрофа, дождик, и что? Куда идти в такую погоду? Промокните. А уж парикмахерской вообще речи не может быть. Но знаете, я буду спокойнее на работе, чем здесь. Сидеть и думать, а вдруг кто-то все-таки пришел, а меня нету. Поэтому поеду, съезжу. К тому же вчера, представляете, когда муж меня отвозил, он увидел, что у меня в багажнике газ стоит. И припер его домой. Вот, нам как раз одна, и это пустая. Вот теперь мне опять а старую бутылку в машину отправил. Вот теперь мне придется еще раз съездить, купить газ на работу, а то вдруг я останусь без газа. Представляете, мою голову, у меня горячая вода от газа. Мою кому-нибудь голову, она бац, заканчивается. Вообще, это кошмар какой-то, мне даже в дрожь бросает. Вот так вот, такие дела. Блин, вся в раздумьях. Ну ладно, посижу в интернете, никто не придет, в интернете посижу. В ютубе полазю, чу, пылюку протру. А что еще делать? Ой. Смотрите, какая лужа. В общем, как я и думала. Можно было бы дома посидеть. Мини-ничик, машина тут рядом. Вот, потому что народу... Ну, был один мужик, пришел подстригся. И усё, представляете? Да. Пойдем, пойдем быстрее в машину. Быстрее в машину пойдем. За бутаном. Не успела выехать, сразу стекла запотели. Ёжики в тумане. Так, ну включайся. Чтобы сегодня делать мегу. Вообще сегодня иду вот так. И каждый третий спрашивает дыню и рыбу для того, чтобы делать мегу. Мигас. Это жареная манка, которую я тоже сегодня буду готовить. Ананасик, бананчик взяла, яблочки. Хочу на рыбку посмотреть. Мне я, правда, разморозила рыбу, но вдруг что-нибудь вкусненькое есть, какая-нибудь здесь рыба. Смотрите, какие. Ужас. Ой. А вот какие. 28-30 евро стоит. Такие здоровые. Ой, мехионесы какие дешевые за 2 евро. Меди. С
сальмон, лосось 7,95, осьминог 12 евро. Что-то мне ничего не устраивает, макеронусы. А здесь вот замороженная рыба. Ну, у меня рыба есть. Салатик сделаю, потом сделаю вот этот. Так что все есть. А, яйца мне нужны. А тут вот у нас отдел с сушами. Вот такие суши стоят 10 евро. Видите, сколько там? Я не знаю, дорого, дешево это. Прям слюни текут. А вот тартар де атун из тунца 6 евро. О, кстати, надо вот такой салатик взять, замороженный. Яйца. Яйца у нас, я беру, они подразделяются на класс S, нет, M, L и XL. Я всегда беру L, ну, средние, небольшие, не маленькие. Евро 45, стоит 12 штук. Так, что еще? Мне надо вот такой сделать. У меня есть шпинат. С шпинатом сделать. Банку возьму фасоли, банку нут. Вот уже вареный. Готовый. И с фасолью сделаю рецептик. Тоже вам сниму. Есть вот разные с овощами. Очень удобно, кстати. Раз. А здесь вот готовая еда. Уже у нас продается Меркадоне. Меркадона. Готовы. Кому лень готовить, я иногда, кстати, беру. Так что, почему бы и нет. Вообще, я зачем сюда приехала? Что-то уже и не помню, зачем я сюда приехала. А, ну, за дыней. Дыню уже купила. Так, я думаю, что хватит мне всего этого. А вот, кстати, стаканчики, которые тут вот другие супы. Так. Ой. Супа. В общем, ну все. Вот так он научился сюда лазить. Ой, кошелек упал. Представляете? Может сюда залезть погавкать на кого-нибудь. Ты что такой серой? Надо пойти сейчас за газом. Я ему тут чучи купила. Надо найти, где они. Да, купила, купила. Подарки уже начинаю покупать. Там всякие вкусняшки наши испанские. Сейчас очень много рождественских вкусняшек. Блин, да где же они есть-то? В общем, буду искать. И поедем за газом. Чарли! Куда-то убежал. Пописить, наверное. Смотрите, у нас соседка все цветы выставила, чтобы полились. Надо тоже, что ли, поставить свои также наверх. Лазь, лезь туда, не охота. Бизис, ты что там делал? Ты что там делал без меня, а? Пру, вот коляска же в машине. Нет, лучше в руках переть. Зачем нам коляска? Но она не сильно тяжелая. Потому что там есть... Ой, дверь открыта. Потому что там не особо такое что-то есть. Иди сюда. Сейчас буду мебель делать. Присекиньте, пока в Меркадо не ходил, потому что у нас тут дверь открыта. Чарли, выняки. Клиентки звонят, говорят, ой, сегодня дождик, не придем завтра. Они у меня ответственные люди. Ответственные люди, поэтому звонят, что не придут, а придут завтра. Завтра уже дождя не будет, так что с распростертыми объятиями всех жду. Кстати, сейчас покажу вам, в чем я одета. Не накрашенная, думаю, как нафиг. У меня вот такой плащ есть. Я бы не сказала, что он для дождя, потому что он промокает. Ну, не знаю, вроде как, эй, дождевой. Вот так, и ботинки свои надела, потому что они не промокают. У меня были сапоги и резиновые.
они порвались. Наверное, от того, что я их два раза в год всего надевала. И так вот раскопахает. Так что все, мы дома переодеваемся и заготовку. Нравится? Сегодня там тепло было. Я печку включила. Натопила, хоть не вылази из машины. Шикардос. Ключи главное с двери вытащить, потому что, знаете, именно мы пару раз уже соседи говорят, у вас ключи в двери. Такое бывает. Буду готовить жареную манку. Манка грубого помола. Видите, она какая-то такая крупноватая. Вот, нам для этого понадобится 1 стакан манки, 1 стакан воды. 1:1 идет. Чеснок, вот, я готовлю с рыбой, но ее делают и с лонганисой, в общем, с колбасками, с салом жареным, вот, с чем только не едят. Мы есть будем с рыбой и с салатом, и уже нарезала я дыню. Это для салатика. Вот, приготовила уже, не знаю, мне кажется, 1 стакана нам мало, забахаю 2, у меня же их 2 все-таки. Вот, главное это 1:1. И сначала сейчас я порежу чеснок и буду его обжаривать. Чеснок, когда уже отдал свой запах и начинает золотиться, смотрите, чтобы не пригорел, не сгорел, потому что чеснок горелый, это горький чеснок. Вот, все, видите, достаточно. И наливаем воду. В моем случае это будет 2 стакана, потому что, ну, даже воды можно чуть поменьше. И ждем, пока вода закипит. А тем не временем можно нарезать салатик. Но я не думаю, что будет вода долго закипать. Поэтому салатик будем резать как потом. Вода закипела, и нам нужно прям вот так вот всю манку засыпать. Прям всю. И начинать ее вот так разбивать. Я поменяла сковородку, потому что она мне маленькая была. В общем, вот так разминаем. Но ее нужно разминать, прям, чтобы не было никаких кусочков. Но есть один фокус, который мне также показала сестра мужа. Это вот так вот оставляем сковородку в стороне. Накрываем ее полотенчиком, чтобы она там как бы напарилась. А тем временем будем жарить рыбу. Когда рыба пожарилась, салат нарезан. Ставим опять манку на огонь и уже начинаем ее разбивать, чтобы не было комков. Видите, она уже более рассыпчатая такая стала. Вот. И вот таким образом ее разбиваем, разбиваем, чтобы не было комков. Желательно вот такой вот штукой. Я уже ее посолила. Но на соль вы сами пробуйте, чтобы была вкусная. И вот так вот. Чем она рассыпчатее, тем она типа лучше. Ну вот мы в бары ходим, когда, ой, какая мига рассыпчатая, это значит, она хорошо проработанная. Ну все.
Поехали. Мига готова. Правда, здесь на целый табор. Видите, она какая. Кусков больших нету. Можно уже кушать. Вот так ее подают. Цвет, конечно, херовый, но салатик едят только ложкой. И не иначе. Всем приятного аппетита. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. И пишите комментарии, ели вы когда-нибудь жареную манку. Это действительно очень вкусно. Кстати, попробовать. Кстати, с дыней. Я когда первый раз увидела, думаю, офигеть. Соленая манка с дыней. Сочетание необыкновенное. Так что всем приятного аппетита. Время 5:30. Дождь вроде бы немного успокоился. Целый день. И такая дребедень целый день. Ой, а тепло как на улице. Хорошо там вообще. Ой, и пахнет вкусно. Дымом осенью. Ой, гор вообще не видно. Видите, все в тумане. Облака низкие. Пойду с другого балкона, посмотрю, там виднее. Видите, там горы, их и не видно. Но очень-очень тепло. Кстати, пообещали ветер, а ветра нет вообще. Лепота. Скоро в спортзал. У меня сегодня на 9, на 7.30. На 7.30. На 7.30. В общем, сейчас посмотрю. Так как не работать не пошла, и какое-то время, знаете, непонятное. Вроде бы еще на работе должна быть, а еще у нас очень темно. Такое ощущение, что вообще уже ночь. В общем, я люблю такую погоду. Наслаждаюсь. Темень, а что у нас фонари не горят? А? Обалдеть, смотрите. Хотела пешком идти. Наверное, на машине поеду. Или пешком идти, потом парковать ее не знаю где. Блин. Даже не знаю, что делать. Ну, по-любому надо в машину за зонтиком. Что мне делать? Я не знаю. Почему так темно? Где свет? Смотрите, за какое небо зато. Обалдеть. Ну что, на машине ехать? Как вы... Скажите мне, пешком идти или на машине? На машине. Представляете, дождь сегодня целый день. Вообще ни минуты не было такого, чтобы не было дождя. А у нас там в спортзале все офигевают. Ну, они так не привыкли, чтобы только дождя было. А я ему уже молчу, так и думаю, я кайфую. Он не стал им ничего не говорить. Они там, о, боже, целый дождь, целый день вообще без устали. Без устали, без перерыва. В общем, я пришла сегодня... Душ сходила дома, потому что я вообще планировала душ принять там. Я не люблю мокрое вся идти, надевать вот эту куртку, потом она будет тоже вонять. Но, как всегда, я кинулась сумку собирать, а там не оказалось шлепанец. Или как их там назвать-то? Сланцы, в общем. Забыла дома. Чарли что там бегает? Вот так вот. И пришлось мне домой. Но я сегодня на машине ездила, оставила там прям рядом с спортзалом машину и быстренько прибежала. Ну, естественно, себя все равно промокла. В других кроссовках надела сегодня другие кроссовки. Тоже они все промокли. Ну, теперь до понедельника они высохнут, потому что завтра обещают, что правильно, солнце. И вот добежала до дома. Сейчас такая вся, в общем, все процедуры приняла по удалению волос ненужной растительности. А тоже ведь у меня это происходит по воскресеньям. Ну вот, на день раньше. Ой, завтра предстоит, наверное, кропотливая работа, потому что все сегодняшние клиенты перейдут. Они были половина вчера и на завтра тоже. В общем, завтра пахать и пахать. И дай бог, чтобы не было дождя, потому что
пахать надо. Надо же на Россию набирать. Подарочки покупать на следующей неделе. Вообще этим активно нужно заняться. Слышите, слышите, как у дождь херачит? Вот, поеду в понедельник за такими за подарками такими вкусными, скажем так. Я сегодня уже купила всякие туроны. У нас сейчас как раз сезон этих туронов. Я не очень их люблю, поэтому как бы марципан купила. Марципан, как там он называется. Вот, и... Ну, вот такие вот. Потом на следующей неделе у нас будет Черная пятница. О, как все вовремя. И нужно тоже слетать, но не в пятницу, потому что Черная пятница длится 3 дня. Четверг и, по-моему, субботу. До 1 числа, в общем. Поэтому в пятницу это сумасшествие. Ехать куда-то. Вот. И потому что столько народу будут, как, я не знаю, ополченные. Там скидки, в принципе, будут 25, вот так где-то процентов. Но люди как с цепи сорванные. Все будут чего-то бегать и покупать. Но у меня-то есть, как говорится, этот, как его, смысл, почему я так буду делать. Другие-то зачем? Ну да ладно. В общем, неделя предстоит нам с вами очень интересная. И вообще такая вот все, нервы. Я вообще еще не ощущаю, что я куда-то еду. У меня подруга тоже уехала в Россию. Сегодня по Инстаграму их смотрю, они там по Москве гуляют. А я такая, я тоже скоро там погуляю. Мне даже не верится. Ну да ладно. Заварила себе липовый чай. Сейчас поем, не знаю, йогурт какой-нибудь сожрать. Ну, по-моему, йогурт весь я вкусный съела, какой-нибудь мой. Да. Йогурта моего нету, к сожалению. Завтра у меня плов есть, целая кастрюля. Дофига я больше. Ну, вот, значит, обойдемся одним чаем. А что еще делать? Нужно, конечно... Нет, фрукты уже нет. Фрукты уже нет. Ну, чаем будет. Утром чай, в обед чаек, вот, вечером чаище. Так что вот такие вот дела. Кто не подписан? Ты не подписан? Быстро подписывалась. Шутка. Все это у нас добровольно. Хочешь, подписываешься. Хотите, не подписывайтесь. Мне, конечно, приятнее, если подписаны. Там ставите лайки, там, например. Или пишите комментарии. Ой, спасибо вам большое за комментарии. Их столько прям. Я на все отвечаю. Я, знаете, как я пытаюсь выделить время, чтобы у меня побольше было, чтобы ответить на все комментарии. Потому что если я начну, и меня кто-то отвлекет, то я просто забуду, на какие я отвечала, на какие не отвечала. Поэтому вот так. Ладно. Слышите? Весь день дождь. Дождь зануда. Но тепло. Тепло. Всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Приятных вам выходных. Не дождливых, а солнечной погоды. Такой вот теплый или морозный. Это уже как вы хотите. И всего самого лучшего. Всем пока-пока.